2018 թվականի մարտի 12-ից մինչև ապրիլի 12-ը ներառյալ ախալքալակի զարգացման խումբը ԼԱԳ-ը հայտարարում է ծրագրերի ֆինանսավորման դրամաշնորհային մրցույթի առաջին փուլը։ Ախալքալակի տեղական զարգացման խումբը ԼԱԳ-ը քաղաքապետարանի մասնավոր, հանրային և քաղաքացիական հատվածի ներկայացուցիչներից համալրված 30 անդամից զբաղացած հաշտագ է, որը քաղաքապետարանի հնարավորությունների ու մարտահրավերների վերլուծության հիման վրա գյուղի զարգացման առաջնահերթություն ներն է սահմանել և մշակել տեղական զարգացման ռազմավարությունը։ Նշված ռազմավարության համաձայն ախալքալաքի զարգացման խումբը ԼԱԳ-ը մրցույթի կարգով ընտրում և ֆինանսավորում է տեղական զարգացման նախագծերը։ Группа развития Ахалкалакского муниципалитета объявляет первый этап грантовского конкурса на финансирование проектов, то есть с 12 марта по 12 апреля. То есть последний срок подачи заявок будет до 12 апреля. И в двух словах, вы должны зайти на сайт ahalkalakilag.gi. Там есть, значит, информация предоставлена насчет стратегического плана. Целый год наша группа работала над тем, чтобы создать вот этот стратегический план, то есть видение, каким должен быть Ахалкалакский муниципалитет в дальнейшем и какие приоритеты будут финансироваться с нашей стороны. А также там есть руководство по грантам, как надо написать вот этот грант. Значит, грант могут подать, заявку могут подать в трех видах. Один онлайн, прямо могут, там есть форма, чтобы наполнить и написать и прямо отправить эту заявку. Вторая могут скачать, то есть форму заявки там отпечатать и принести в офис и сдать или отправить по электронной почте. Форма заявки, форма идеи, то есть она очень такая простая форма на первый этап, и после 12 апреля будут отбираться из этих идей те, которые, то есть, перешли на второй этап. Отбираться будут по критериям, которые указаны как раз в стратегическом плане и в руководстве по выдаче грантов. Направления в основном мы выбрали там 4 направления. Это экономическое, экологическое, социальное и туризм и культура. То есть вот это направление. Фактически ограничений нет, но приоритетами будут те проекты, которые будут инновационными, новыми, например, там посадка картошки, мы не будем финансировать, мы будем финансировать, например, переработка картошки или раз что-то. То есть вот это традиционные, которые есть и которые как массивно, то есть монокультура, там мы будем воздерживаться на так, то есть ограничений нету, но все равно будем инициировать и приоритет дадим тем проектам, которые инновационные, то есть новые. И очень будет желательно, чтобы большое направление пошло по туризму. Второй вопрос. Будет приоритетом молодежь. Молодежные группы могут участвовать и получить. Мы думаем, что в рамках нашего программы где-то минимум 6 проектов молодежных профинансировать. Гендерский вопрос, то есть женские группы тоже могут участвовать и будет одним из приоритетов. То их, то есть лечение женщин в разных вот этих направлениях. Сейчас кто может подать, то есть проект, заявку может подать любая юридическая организация, которая есть зарегистрирована по закону Грузии. Во время подачи заявки может быть инициативная группа или физическое лицо может подать, но во время уже перехода на второй этап, как только дойдет вопрос до подписания договора о выдаче гранта, она должна быть зарегистрирована соответственно, потому что мы не можем как физическому лицу дать, он должен зарегистрирован соответственно в государственных органах, чтобы у него был банковский счет и так далее. То есть там идет вопрос, что мы можем финансировать и бизнес-структуры, то есть заявку могут подать и ООО, и индивидуальные предприниматели, и акционерные общества, и так далее, и так далее.
кооперативы сельскохозяйственные приоритет, потому что это объединение фермеров и обхватывает очень много бенефициаров, а также мы финансируем неправительственных организаций, разные инициативные группы и все формы, фактически, которые по закону Грузии зарегистрированы. И самое главное, то, что должны знать, значит, обязательная потребность проекта тому, чтобы все должны софинансированы. То есть софинансировать, процентная ставка какая будет. Если идея по бизнесу идет, и кто-то хочет создать новый бизнес, или новый инновационный бизнес, или развивать свой бизнес, значит, с нашей стороны финансируется где-то 65%. А с их стороны минимум 35% они должны сами положить эти средства из своих средств или привлечь других инвесторов. То есть это тоже не ограничение. Если идея там идет по социальным вопросам или государственные организации подают, тогда идет софинансирование где-то 15% от заявщика, а остальные то есть финансы идут от нашей программы. Для кооператива соответствует процентов 80 на 20. То есть кооперативам дается возможность, чтобы они 20% софинансирования они с, то есть вкладывали. И главный вопрос, минимум, то есть финансирование это 1000 лари, идет до 150 тысяч лари. Но средний грантовый, то есть такая расценка это где-то 50 тысяч лари, потому что 150 тысяч лари, правда, мы можем выдать, но она должна очень такая, чтобы обхватывала весь муниципалитет и так далее. И один из вопросов в том, что здесь могут участвовать все физические или юридические лица, которые зарегистрированы во всей Грузии. Они должны быть уже гражданами Грузии и совершеннолетними, то есть чтобы имели право зарегистрироваться. И обязательно территориально ограничиваются, эти проекты должны находиться обязательно в Ахакалакском муниципалитете. То есть все проекты должны осуществиться в нашем муниципалитете, и они по территориально не выходят из рамки нашего муниципалитета, так сказать. Ինչպես արդեն նշվեց, դրամաշնորհային մրցույթի 3 փուլերին կարող են մասնակցել յուրաքանչյուր ցանկացող, ում ծրագրերը կհամապատասխանեն Ախալքալագի զարգացման խմբի լագի ներկայացրած ռազմավարական պահանջներին։ Նշենք, որ ծրագրի ավարտման ժամկետը մինչև 2020 թվականի մայիսի 1-ն է։ Հավելյալ մանրամասն տեղեկություններ ստանալու կամ հայտեր ներկայացնելու համար ցանկացողները կարող են այցելել քաղաք Ախալքալակ, Ռուսան Հավասու անվան փողոց 7, Ախալքալակի զարգացման խմբի լագի գրասենյակ կամ էլեկտրոնային տարբերակով այցելել 3W.ahalkalaki.lag.gate.gkike.gov. Может быть, он подаст 2-3, но профинансируется обязательно один. И он должен обосновать это все. То есть этапы таковы, что первая идет заявка, вторая идет уже написание бизнес-плана, но до написания бизнес-плана или проектного предложения пройдут тренинги специальные, то есть кто пришли на второй тур, на втором туре уже будет детально описано, как все это будет происходить. И на третий тур уже пойдет вопрос юридический, то есть собрание там документации, может быть кто-то там строительством будет заниматься или что-то там, если нужны разрешения или лицензии или что-то. То есть уже вот документальные вопросы до подписания. Это в Ахакалаке, но иностранные граждане могут тут как-то быть инвесторами заявителя.
они могут совместно с обязательно с галактическими, или местными вместе сделать. Например, у кого-то есть идея, и у него твой родный брат, иностранец другого государства, и он может вот это 35% или 40% вложить. Это возможно, просто он должен доказать, что вот эти деньги он может привести и войти в софинансирование. Да. Это приветствуется наоборот, потому что это фактически влечение, то есть внешних инвестиций в наш муниципалитет. Так что это один из приоритетов. Я отметил то, что могут участвовать все организации абсолютно, которые регистрированы в Грузии. То есть здесь идут и общественные, то есть публичные организации тоже. Муниципалитетные организации могут участвовать. Там библиотеки, музеи или СИП, или кто. Ну, да, они должны соответственно. А что касается физических лиц, которые работают в публичных, если им закон это позволяет, потому что публичные, так сказать, чиновники, они имеют право только по закону заниматься преподавательскими деятельностью, а бизнесом или что они не могут заниматься. Так что я говорю, не ограничивается фактически ничем, что не запрещается законом. А вот эти организации будут наоборот поощряться, приветствоваться, там библиотеки или пускай муниципалитет, муниципалитные там отделения или какие-то организации, пускай подадут, за каким наоборот будем рады.